получаем колет, ребята. Есть, мы получили колет. А я сейчас просто закрою глаза, и мы откроем. Потом я открою глаза и посмотрим, кто мне выпал. Надеюсь, что здесь будет бравлер. Так, все, это точно бравлер, ребят. Я закрыл глаза, я не вижу никто там, кто выпал. Ну что, давайте нажимать. В принципе, я уже уверен на все 100% то, что там сейчас будет Амбер, потому что, ребят, ну там ничего более быть не может. Давайте я нажимаю. Да, да, действительно образом, здесь сейчас, ребят, Амбер выпала. А я сейчас, в свою очередь, пишу этому боту вот эту команду и надеюсь, что мы какой-то ответ получим все-таки. Потому что сейчас они на меня ответили, но это и понятно, потому что это бот. Он переименовался в Amber.exe и сменил фотографию как раз... Да, я сейчас посмотрю. Да, там Амбер, короче, с красными глазами, а с зубами, ребят. Всем привет, дорогие друзья, с вами сейчас Деп, и в этом ролике мы вместе с вами выбьем нового бравлера Амбер. Это легендарный бравлер, то есть у меня его еще нету. В этом ролике я попробую выбить, ребят, смотрите, в чем суть. Мы не будем его покупать, то есть это будет слишком легко, сейчас я задоначу там сколько-то денег, да, там, по-моему, 4000 рублей, и куплю его за гемы. Это будет слишком легко, неинтересно, это может сделать, ну, в принципе, там, каждый блогер и так далее, да, ребята. Короче, нет, мы сегодня выбьем его бесплатно, я вообще ни копейки не задоначу, но при этом я его 100% выбью, я это, ребят, знаю. Короче, этот способ мне рассказал мой подписчик, огромное ему спасибо за это, я очень сильно ему благодарен. Но, ребята, в чем суть? Нам, во-первых, нужно зайти в Brawl Stars в 3 часа ночи, по-другому это вообще не получится, потому что мы будем писать, опять же, в Darknet. То есть мне подписчик дал номер Darknet, реально официального Darknet, мы сейчас на этот номер напишем и попробую вместе с вами как-то с ними договориться, чтобы они мне выдали эту Амбер. И, кстати, ребята, сейчас вот снизу, вот тут снизу, посмотрите внимательно, вы видите одного человека, который написал больше всего комментариев под прошлым роликом, потому что, ну, я просил, ребят, кто напишет больше всего комментариев, тут пойдет следующее видео. Вот сейчас вот снизу видите этого человека. Если вы тоже хотите попасть в следующий ролик, также вот попасть на экран, да, как бы, видео, то просто напишите больше всего смешных и оригинальных комментариев. Вы попадете в следующее видео, кто больше всего напишет. Все, ребята, не тяну. Короче, сейчас вы видите экран моего телефона. Для начала нам нужно просто написать вот в этот Darknet. Я не знаю, насколько это все правдоподобно, но мы вместе с вами как раз-таки проверяем. Но подписчик мне предоставил все доказательства, и, честно говоря, я ему очень сильно даже верю. Ну, понятное дело, что вы сейчас на данный момент не можете повторить за мной, потому что вы не знаете номера этого Даркнета. Давайте сделаем так, ребят, если вы реально оцените это видео большим количеством лайков, подпишитесь на мой канал, там, напишите много комментариев, то я вам в следующем ролике реально расскажу номер вот этого Даркнета, ну, получается, этой страницы. Вы тоже сможете написать и прям полностью все по инструкции, как я, по ролику повторить, у вас это получится. Мы сейчас проверим, вообще работает это или нет. Мы сейчас вначале пишем первое сообщение, например, ну, здравствуйте, да, с чего еще начинать, давайте напишем здравствуйте, вот, здравствуйте, все, написали, прочитал сразу же, кстати, этот, на это бот, это же бот сидит, наверное, скорее всего. Короче, ребят, так вышло то, что я чуть-чуть ошибся и написал, ну, не ту, надо написать команду, это же нам отвечает бот, и, соответственным образом, он не знает, наверное, ну, как бы... обычных слов, то есть у него определенные скрипты какие-то там существуют. Короче, ребят, сейчас я эту команду вижу, мы ее сейчас пишем, давайте вот, amber.exe, блин, хоть бы у нас все получилось, честно говоря, я очень сильно надеюсь на то, что у нас все получится, ребят, поставьте заранее лайкосик, подпишитесь на мой канал, у нас будет еще очень много интересных роликов, я вам это гарантирую, а я сейчас, в свою очередь, пишу этому боту вот эту команду и надеюсь, что мы какой-то ответ получим все-таки, потому что сейчас они на меня ответили, но это и понятно, потому что это бот. Да, мы получили сообщение от этого бота, ребят, давайте я вам сейчас его зачитаю. Ваш запрос принят. Вы осознаете свою ответственность перед принятием данного решения. Будьте добры, напишите «да», если вы согласны, и «нет», если вы передумали. Ребята, нам, короче, реально он ответил. Ну, в принципе, и понятное дело, я, ну, вижу то, что подписчик мой действительно мне предоставил даже видеозапись, что да как сделать, и сейчас я вот делаю все, как он мне сказал. В принципе, ну, должно все работать. Понятное дело, если у него получилось, то и у меня получится. И, кстати, ребята, если поставить много лайков, то и у вас получится. Он, короче, спрашивает, если мы сейчас готовы, вот, получается, к этой команде, да, к выполнению этой команды, то нам нужно написать «да». Если мы не готовы, то нужно написать «нет». Но, ребят, ну я все-таки снимаю уже видео, начал снимать, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, давайте напишем «да». Все, отвечаем «да». Ей, сразу же он прочитал мое сообщение, ну потому что, ну сейчас смысл, я, ребят. Кстати, ребят, сейчас видите то, что время 2:52. Вот сейчас вот как раз время отправки моего сообщения 2:52, так что у нас еще 8 минут и будет 3 часа ночи. Я думаю, все должно сработать прям идеально. Хорошо, ожидайте ответ от администрации. Все, ребятки, у нас все супер. Мы сейчас что будем делать? Во-первых, ребятки, понятное дело, что Амбер мы выбьем сегодня с сундука. Просто вот этим
с, как бы, письмом, я увеличиваю себе 100% шансы, я себе делаю. У нас, смотрите, ребят, у нас, короче, вот такой вот сегодня аккаунт, у нас 17 бравлеров и 40. То есть, сами понимаете то, что шансов выбить именно Амбер просто так вот, без повышения шанс, как я сейчас сделал, это нереально, сами понимаете. Мы сейчас, короче, просто будем открывать эти судочки, и, как я вот понимаю, нам должно в течение минуты прийти письмо от этого как раз-таки Даркнета, и после чего уже можно будет прямо открывать сундук, и нам она должна будет уже гарантированно выпасть. Пока просто, ребят, открываем, у нас здесь, в принципе, сундучков немало, забираем Пока старый, это какой-то скин, да, то есть у меня тоже его, ребят, нет, на основе мега ящик идет, но сами понимаете, бравлеры, короче, падать нам сейчас какие-то, в принципе, будут, но то, что это выпадет какая-то лего, шансов на это очень чрезвычайно мало, но вот этим сообщением, вот этим письмом мы повышаем себе реально очень сильно шанс, и надеюсь, что нам реально повезет. Так, но пока никого нету, у нас там вообще, кстати, что по картам-то, я что даже не посмотрел, у нас по картам нету эпиков, ой, так у нас вообще там эпиков-то, слушайте, ну, короче, да, на шанс на лего у нас вообще нет, но тем не менее, я думаю, мы сегодня ее выбьем, если этот способ реально рабочий. Ребят, короче, вам, конечно, я не советую писать вот в этот Даркнет, даже если я вам в следующем ролике назову номер, вы, ну, я не знаю, я вам не советую писать, это на ваш страх и риск, потому что все-таки мы сейчас имеем дело с Даркнетом, а сами знаете то, что Даркнет, он то по-доброму общается, то может реально как-то угрожать, звонить и так далее. То есть сейчас вот нам они отвечали очень, очень как бы профессионально, то есть не оскорбляли ничего, а обычно они, в принципе, грубят и так далее. То есть, ну, короче, ребят, вы по моим роликам все знаете, но смотрите, пока никого нет. Вот я вам и говорю, шансов у нас, в принципе, на упадение кого-либо очень мало. Слушайте, давайте сейчас поймем, сколько у нас вообще сундуков. Сколько у нас? Ну, кстати, у нас сундуков 50 было, в принципе. Так что, да, на все. Ой, смотрите, сколько у нас реально сундуков, ребят. Вы видите, у нас еще Брау Пас куплен. Так что все вообще отлично. Короче, ребят, давайте сейчас будем открывать. Ну, мы не все сундуки сейчас откроем, мы откроем именно, пока нам не придет сообщение. Пока сообщения, ребят, я вот сейчас смотрю, никакого нету. Да, пока мы просто ждем. Пока надо ждать. Ну, смотрите, реально, ни одного бравлера. Ну, чаще у нас там полно эпиков нет. Нету, нам даже ни один эпик еще не выпал, просто-напросто. Ребят, сами понимаете то, что какой-то леги там, тем более Амбер, который только вышел, рассчитывать вообще на нее нельзя. И стоит она, честно говоря, очень дорого. То есть я сам ее хотел купить, но что-то я посмотрел на цену, и я думаю, блин, ребят, ну это очень дорого, серьезно, если донатить именно. Получаем колет, ребята. Есть! Мы получили колет. Сейчас мы, по сути, должны еще скин в будущем получить, как будем открывать. То есть, в принципе, ну колет, понятное дело, гарантированно мы ее получаем, то есть мы ее не выбили там ниоткуда. Там написано в течение минуты, уже сколько, минуты 2-3 прошло, а сообщение никакого нет. Итак, мега ящик, 6 предметов. Есть 6 предметов, окей, ребятки, это меня радует, это значит, что сейчас будет эпик, мифик, лего, я не знаю, шансы действительно образом у нас имеются. Все, ребятки, поставьте лайкосик, а мы сейчас выбиваем, ну сейчас по-любому выпадет не Амбер, я думаю, потому что мы еще не повысили шанса до конца в этом Даркнете, нам сейчас выпадет, ну не знаю кто, но точно, я думаю, не Амбер. Короче, ребят, закрывай глаза, давайте сделаем такую, как это называется, миниатюрку, я не знаю, короче, сделаем такой интерактив, вот, я сейчас просто закрою глаза, и мы откроем, потом я открою глаза, и посмотрим, кто мне выпал. Надеюсь, что здесь будет бравлер. Так, все, это точно бравлер, ребят. Я закрыл глаза, я не вижу никто там, кто выпал. А насчет 3 открываем, давайте, ребят. Вы уже знаете, я нет, я даже по звукам, ну, типа, я звуки выключил, я их не слышу. Давайте. 1, 2, 3. Чего? Чего? Нет, это так не работает, ребят. Мне еще даже никакого ответа на телефон не пришло. Офигеть, мы Вольта выбили! Фух, блин, жалко, ребятки, что, ну, типа, не Амбер. Если бы Амбер выпал, прямо сейчас я был бы в шоке. Вольта выбили. Это, понимаете, мы выбили не эпика, не мифика. А он, типа, он как лего считается. То есть, смотрите, у нас сколько эпиков не открыто, сколько мификов. У нас 5 лег не открыто. И нам выпал Вольт. Не, сегодня я точно везучий. Значит, этот ролик точно нам удастся. И мы выйдем... Опа. Опа. Ребята, экран потемнел. Какая-то циферка 5, на нее две галочки вот так удавит с двух сторон. О, -amber.exe. Так, темный экран, красная надпись, и что дальше будет нам... А вот все. И что это было? Я так понимаю, все активировалось. Давайте напишем. Хотя тут бот отвечает, блин, даже смысла писать нет. Давайте напишу. Вот так, все, давайте сейчас напишу сюда. 2:59, 1 минута остается. Давайте дождемся эту 1 минуту, чтобы уже прям выбивать эту Амбер прям ровно в 3 часа ночи, ребят. Надеюсь, что нам действительно она выпадет. Ну, типа, Вольт нам уже выпал. То есть мы уже 2 хрома получили. Один гарантированно, один нет. Это реально, прикиньте, какой сегодня везучий. Серьезно, мне очень сильно повезло. Очень сильно, чрезвычайно. Ребята, мы сейчас получили сообщение от этого Даркнета.
Даркнета. Я вот написал все. Смотрите, в 3.01 они написали все. Значит, 3 часа ночи, да, действительным образом стукнуло, ребят. Сейчас вот уже начинается серьезно. А, наверное, самая главная часть этого ролика. Конечно, я рад, то, что нам выпал Вольт, но сами понимаете, главная часть этого ролика это как бы попытка выбить нового бравлера Амбер. Будьте добры, сообщите код своей команды перед открытием оставшихся сундуков. Итак, ребят, окей, без проблем. Я только за. Давайте я сейчас создаю, короче, команду. Вот создать код команды. Пишем им, ребята, пишем вот сюда. Пишем сейчас, наверное, к нам кто-то зайдет, как я понимаю, да? Скорее всего, будет именно так и так. Я написал. Они прочитали сразу же, ребят. И... Опа, я слышу звуки. Так быстро? Чего? В смысле? Я им только выдал код, они уже зашли, смотрите. Ребят, я не совсем понимаю, как это работает, но к нам сейчас зашел... Darknet.exe, какой-то персонаж, ну не какой-то персонаж, а какой-то человек с таким именем. Вы видели? Я, короче, только прям отправляю код, ну что я вам объясняю, все видели. Только отправил код, прям секунда, вот, ребят, не дайте мне соврать, секунда проходит. Сразу же я слышу звук, то, что к нам кто-то присоединился к команде, смотрю, здесь Darknet.exe. Давайте зовем к нему в профиль, посмотрим, что здесь по бравлерам. Чего? 30... Что? Подождите, сколько? 40 из 40? У него все бойцы есть, и все фуловые, а при этом у него 8 кубков. А, не, подождите, может мне уже вот это кажется. Смотрите, у него есть все бойцы, но при этом у него 8 кубков. То есть он сыграл одну игру и выиграл ее. Но мне это в голове не укладывается. Мне это в голове не укладывается, ребят. Ну, в принципе, ладно, знаете, давайте будем сослаться на то, что это все-таки Darknet, и мы обращаемся к какому-то, ну, как бы к администрации Darknet. То есть, сами понимаете, ребят, они способны на очень многое. Вы это знаете по моим роликам. Фух, у меня даже что-то прям, знаете, настроение пропало, потому что творится реально прям жесть. Мне выпал Вольт, когда это вообще шансов на него просто, ребят, условно говоря, не было. Ладно, ребят, мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас, наверное, открываем уже дальше, и, как я понимаю... Да, ребят, все, теперь просто открывать. Я просто читаю инструкцию подписчика сейчас, и сейчас осталось нам только дальше открывать сундуки, продолжать и все. И как бы нам, по сути, она должна выпасть, окей, без проблем, ребят, я зашел сейчас опять в Brawl Pass. Я очень сегодня везучий, конечно, я думаю, что, ну, подписчик точно не соврал, типа, я уже вижу то, что мне выпал Вольт, когда шансов на это просто чисто физически нет, он мне выпал, я понимаю то, что, скорее всего, ребят, действительно, подписчик меня никаким не обманул образом. Смотрите, значит, понимаете, сколько нам сундуков? Так, у нас еще, в принципе, много, да, сундуков имеется, ой, даже очень, ой-ой-ой-ой, ребятки, Малефисента, Коли, да, короче, ребят, просто продолжаем открывать, в принципе, я думаю, то, что в одном из сундуков нам точно она выпадет, конечно, шанс на это нет, ребят, но с инструкцией подписчика шанс есть на все. Спасибо, ребят, если вы тоже, вот, что-то знаете, там, о Даркнете и так далее, пишите мне, ребята, везде, в личку ВК, в Инстаграме, в мою группу ВК, пишите, я буду читать, и вот так же снимать ролики по вашим идеям, если вы реально, ну, как бы, напишите, там, подтвердите то, что это не вранье, и так далее, потому что вот мне подписчик написал, как вы можете заметить, я сразу же буду обычно все снимаю, без проблем, я только за. И не забывайте писать, ребята, самые оригинальные комментарии смешные. Можно не смешные, можно страшные какие-нибудь. Короче, пишите оригинальные комментарии, и я их буду включать в следующее видео. Я бы, честно говоря, даже не отказался бы выбить не просто там, ну, Амбер и еще кого-нибудь, я только за. То есть сейчас, если нам выпадет какая-нибудь еще Лего помимо Амбер, я буду, ребят, в полнейшем шоке, и этот способ реально прям будет заслуживать оценку 100 из 100. Давайте, ребят, пожалуйста, 6, давай. Блин, 5, да почему, ребят, у нас ни одного эпика нету, вообще ни одного эпика нету совершенно. Где все бравлеры, честно говоря, я реально уже удивляюсь. Ну, типа, я не говорю там выбить сейчас Легу. Конечно, мы выбьем Амбер, я прям в этом уверен. Но дайте нам хотя бы эпика. Конечно, мы выбили и так Вольта, я понимаю, что жаловаться нельзя. Смотрите, мега-ящики, вообще что-то из них ничего не падает. Конечно, Вольт выпал, я понимаю, это очень круто. А где Амбер-то? Давайте открывать, ребят, где Амбер-то? Алло. А когда она выпадет? Может, в последнем сундуке, самом финальном? У нас еще много, да, их мега-ящик очередной. Пожалуйста, пожалуйста, 6 предметов, давай. 6 предметов, я, ребят, закрыл глаза. Смотрим. Понятно, понятно, конечно, конечно, дадим тебе эпика. Блин, ребят, ну способ, как я уже заметил, рабочий, потому что мне выпал Вольт там чуть ли не из самых первых сундуков. Сами понимаете то, что шансов на это просто чисто физически особо нет, но у меня это все сработало. Давайте сейчас буду быстренько открывать, прям очень быстренько, быстренько, давайте, ребят, в темпе. Самое главное вот сейчас получить Амбер, чтобы я точно смог дать этому способу оценка 100 из 100. У нас еще впереди очень много сундучков, и самое главное, впереди у нас выпадение Амбер. Я в этом, ребят, уверен, и я думаю, этот способ
естественно, рабочий. Надеюсь. Пока в Даркнете, ребят, вот сейчас вы видите на своем экране, никакого письма мы не получили от Даркнета, то есть тишина, да? Короче, на мифики, на эпики мы уже не надеемся, давайте хотя бы реально надеяться на выпадение той же самой нового, ну, Амбер, короче, нового Бравлера. Все, теперь, ну, нам выпал Вольт, все, на этом уже мы остановились, типа, Даркнет посчитал то, что все, хватит тебе. Ну, видите, ребят, реально это все работает, потому что у нас на экране уже была надпись Amber.exe, сами понимаете, в обычном Бравле такого-нибудь, так, последний мегаящик, не знаю, с чего начинать. Давайте получим сейчас вот этот скин. Смотрите, какой скин прикольный. Офигеть, какой скин крутой, блин, ребята. И сейчас, наверное, будет что-то вот, может, тут. Давайте, 6. Нет, смотрите, наверное, будет вон в тех сундуках. Наверное, в этих, но они реально остались одни единственные. У нас прошлого бравпасса, прошлый бравпасс у нас открыт. То есть у нас реально, ребята, остается надеяться только на последние сундучки. Все, большая просьба, поставьте, пожалуйста, лайкосик. Я сейчас открываю эти сундуки. Надеюсь, что действительно подписчик мне написал, ну, как бы, все действительно. Ну, надпись уже была на экране, то, что amber.exe и пятерка почему-то какая-то. Что это значит? Может, как раз 5 последних сундуков, и в каком-то из них должно выпасть Амбер? Наверное, кстати, так, наверное, так. Вот осталось 3 сундука, наверное, как раз в них что-то и будет. Давайте, ребят, пожалуйста, поставьте все лайкосики, и будем надеяться на выпадение Амбер, пожалуйста. Так, первый сундук, ничего. Второй, пожалуйста. Ну, дай. Пожалуйста, давай. Слушайте, вот сейчас я реально уже волнуюсь. Фух, если сейчас вот тут никого не будет, то способ я буду считать нерабочим. Ну, конечно, надпись на экране была, нам выпал Вольт, нам отвечает реально кто-то из Даркнета, ребят. По сути же, должна выпасть Амбер. Я же все сделал правильно, давайте сейчас еще раз. Ну да, я все сделал правильно, ребят. Написано то, что вот в этих сундуках должна быть Амбер. Пожалуйста. Так, 3 предмета, смотрите. Сейчас я открываю, вот нажимаю один раз. Вот сейчас я нажимаю, и если там кто-то будет, то должно мигать. Фух, ребята, пожалуйста, поставьте лайкосики, поддержите меня, я буду снимать больше таких интересных роликов, мне самому это нравится снимать. Я нажимаю, закрываю глаза, ребят, нажимаю, пожалуйста, надеюсь, что там действительно что-то мигает. Давай. Есть, ребятки, лайкосики. Фух, вот сейчас мое настроение на сотку. Но самое главное, чтобы сейчас еще нам выпало не эпик, не мифик, не лего. А, нет, лего. Амбер, точно, я забыл, что это лего. Да, то есть самое главное, чтобы сейчас выпала именно она, а не кто-то там другой. Фух, ребятки, ну самое главное мигает. Блин, кажись, все работает. Я реально, я вот уже этому способу доверяю, ну, на 99%. Если сейчас нам выпадает Амбер, то, ребятки, я вам буду всем рекомендовать этот способ. Но самое главное, что вы поставили лайки, и тогда я вам расскажу, как изначально вообще связаться с этим Даркнетом, потому что без него у вас она не выпадет просто-напросто. Ну что, давайте нажимать. В принципе, я уже уверен на все 100% то, что там сейчас будет Амбер, потому что, ребят, ну, там ничего более быть не может. Давайте я нажимаю. Да, да, действительно, образом, здесь сейчас, ребят, Амбер выпала. Вот вам, пожалуйста. И, кстати, этот... Интересно, давай сейчас выйдем на главный экран. Блин, ребята, реально ролик получился очень крутым. Мы выбили Вольта. Это, считаю, условно говоря, тоже лего. Выбили Амбер. Способ вообще на 100% рабочий. Посмотри в Телеграм. Подождите, чего? Он переименовался в Amber.exe и сменил фотографию как раз... Да, я сейчас просмотрюсь. Да, там Амбер, короче, с красными глазами, зубами, ребят. Это Даркнет, он переименовался как раз-таки в Амбер. А зачем? Подождите, давайте мы сейчас спросим, а зачем? А что это? Как Даркнет? Зачем он... Блин, ребят, у меня очень много вопросов. Что происходит, ребят? Сейчас, наверное, будем заканчивать, потому что реально творится какой-то просто, ну, трэш, условно говоря. Реально, я не понимаю, что происходит. Ну что, дружок, ты же в курсе, что я тебе выпала только как иллюзия? Меня в бойцах даже нет. Подожди, что? В бойцах? Ребят, серьезно, что ли? В бойцах даже нету? То есть сам... Да подожди. Ребят, чего? Бойца можно найти в ящике. Она нам реально выпала... Как иллюзия, у нас ее реально нету. Подождите, а как? Как ты это сделала, ребята? То есть она нам выпала только как иллюзия, но открывая вот таким способом сундуки, она может выпасть, но только как иллюзия. Типа, ну саму систему Brawl Stars они не смогли взломать. Я не знаю, честно говоря, что об этом и думать. Но тем не менее, ребят, если вы воспользуетесь моим способом, то вы просто-напросто хотя бы сможете пообщаться с Даркнетом и выбить Вольта. Вольта у нас появился, Вольта у нас реально есть, давайте даже сейчас
вам покажу, кто не видел еще, ребят, вот он у нас. Это уже не иллюзия, вот нам выпало, ну, как бы, по-серьезки. Кажись, пользуясь этим способом, вы просто можете пообщаться с этим Даркнетом, и не более. То есть, он вам выдаст одного бравлера, но почему-то Амбер он мне не дал. Я не знаю почему. Жди звонка. Короче, ребята, что я вам хочу сказать? Наверное, это будем заканчивать ролик. Ну, типа, я считаю, получилось очень круто. Я считаю, заслужил от вас лайков, ребят. Но, как бы, вот так получилось. Мы, самое главное, пообщались с Даркнетом. Мы, самое главное, все равно выбили Амбер, Вольта. То есть, я считаю то, что ролик получился очень удачным. И, в принципе, все, что я хотел, у нас удалось. Конечно, Амбер почему-то выпала, но в бойцах ее нету. Но будем ссылаться на то, что так и должно быть. Мы, конечно, с ней поговорим, как я понимаю. Она должна мне позвонить. А я давайте напишу хорошо. Я без проблем возьму этот звонок, ребят. Короче, давайте сделаем так. Если она мне позвонит, я это сразу же засниму. Но вот на выход этого ролика можете повлиять только вы. То есть, если вы сейчас наставите очень много лайков, я, во-первых, вам рассказываю, как вообще связаться с этим Даркнетом. Во-вторых, я вам выкладываю звонок, потому что... давайте вообще спросим, а когда ждать? Завтра в это же время. Вот, ребят, короче, сделаем так. Если вы хотите, чтобы быстрее на моем канале вышел звонок от Амбер, то просто понаставьте много лайков, подпишитесь на мой канал, напишите больше всего комментариев, и кто напишет больше всего комментов, попадает в следующий ролик. Вы не забывайте это. То есть просто пишите оригинальные комментарии. В следующем ролике вы также, как вот получать человек из этого видео, тоже будете в своем ролике. Короче, ребят, на этом я буду заканчивать, потому что время уже... Сколько время? 3:20. 3:20 сейчас время, ребят, сами понимаете, спать я уже действительно образом хочу. Ну, типа, короче, ладно, ребят, все, я уже просто начинаю нести бред, потому что от всех моментов я в шоке, от того, что, во-первых, сейчас столько времени, и из-за этого я хочу спать, из-за того, что мне пишет Амбер, из-за того, что нам выпал Вольт, короче, все смешно в моей голове. А если вы хотите, чтобы быстрее вышел звонок с Амбер, а разговор наш с ней, то просто, ребят, влепите сейчас свои косики, подпишитесь на мой канал, напишите комментарии. Пишите комментарии, ребята, оригинальные, у вас будет возможность попасть в следующее видео. Всем хочу сказать громадное спасибо за просмотр, ребятки. Увидимся в следующем видеоролике. Если вы хотите, чтобы быстрее вышел ролик, не забывайте ставить лайкосики. Буду стараться быстрее выкладывать и снимать. Все, ребята, всем пока.